Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня мы с вами участники уникального спортивного события – чемпионата мира по Agile-Native в категории до 5 литров. Сегодня мы ожидаем увидеть очень интересную борьбу, потому что в ней участвуют рекордсмены и чемпионы прошлого сезона. Один из них – это Федор Конюхов из Новосибирска. Сейчас он на ваших экранах. Итак, внимание, индийский спортсмен Патанджали уверенно берет в руки нетипот и пытается выйти вперед. Прошу обратить внимание на необычную технику китайца Лувинга. Майкл Кларк отрывается от Федора. Конюхов сокращает разрыв. Благодаря уникальной технике свободного дыхания, глубокого дыхания, в которой Федор особенно силен. Федор начинает догонять американца. Американец пытается сохранить лидерство. Нет. Американцу не удалось сохранить лидерство. И тот бешеный темп. Федор Конюхов становится чемпионом мира в третий раз подряд. Третий раз чемпион мира по Agile-Native. Уникальная победа российского спортсмена.